А за окном, понимаешь, весна за окном. Здравствуйте, дорогие друзья. Весна, весенняя погода, и это прекрасно. Смотрите, какое яркое, плотное, теплое солнце. Вы в школе радости. Ваш внутренний ребенок считает, да и мой, наверное, тоже, что мир должен вас кормить. Но это заблуждение. Кормить себя вы должны сами. И здесь я не имею простое биологическое кормление, кормление вашего физического тела. Я имею в виду ваша ра, ваше настроение, понимаете? Не надо кормиться за счет мира, кормите себя сами. И у вас есть для этого ресурсы, подумайте. Я не буду вам разъяснять, что значит кормить себя самому. Но вы попытаетесь поразмышлять. Что это такое? Сергей Смирнов, Школа Радости, ваш ментор. Не забывайте, друзья. Приятного аппетита, врага.